Здравствуйте, друзья. Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quest. Сегодня у нас 1 января, вечер, приблизительно где-то 7 часов. Приехали с дочкой в центр города, в даунтаун. Тут такой небольшой парк, красиво украшенный. Хотим немножко погулять. Целый день сегодня сидели дома, приходили себе после обильных празднований Нового года. Вот. Ну, а вашему вниманию предложу небольшой материал, который у меня уже был давно отснят, вот, до которого дошли сейчас руки, и посмотрите на одно из наших путешествий. Я еще немножечко тут подснимаю для семейного архива. Все-таки празднование Нового года вот, регулярно делаем это. Вот. Вам, ребят, всем хороших выходных и еще раз с Новым годом. Продолжаем новогоднюю рождественскую неделю. О, вчера отмечали получение разрешения на работу у моих знакомых, которые приехали сюда в Омаху. Зрители моего канала, вот, которые уже достаточно давно здесь находятся, успешно и ударно отметили, прямо очень. Сейчас сижу, монтирую видео. Из-за большого перерыва выкладывания нового видео столкнулся с небольшой непреодолимой проблемой. За это время YouTube поменял какую-то программную часть, и сейчас приходится очень серьезно бороться вот с этим копирайтом на музыку. То есть у меня уже было готово к выкладыванию несколько видео, залил их, но по причине вот копирайта эти видео не удалось активировать для паблика, даже если не делать монетизацию, а просто показать хорошее качественное видео для своих зрителей. Вот возникла такая техническая проблема. Так, сейчас куча времени уходит на то, чтобы решить проблему с музыкой, может быть, наложить какие-то другие треки, хотя не хотелось, потому что именно когда монтировал эти видео, в голове видел определенную картинку и определенный звуковой ряд. Вот, но я думаю, что эта проблема не проблема, она решается. Вот, но вам хороших праздников.